Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на разборе Hyundai Solaris, 15-й год, 1.4, механика с пробегом 309 тысяч километров. Автомобиль у нас на полном уверенном ходу. Видим, присутствует у нас такая щель, не в зазорчике. Капот у нас имеет вмятинку. Видно, что раньше он был желтым. Левая фара визуально. Стекло целое, не болтается. С правой стороны тоже фара сидит жестко. По бамперу бампер сломанный, красился множество раз. Крыло переднее левое тоже когда-то у нас было желтым, стало белым. Штампованные диски, зимняя резина. Если резина хорошая и диски в хорошем состоянии, все будет у нас в продаже на нашем сайте. Дверь передняя левая, по низу имеем мятинки. Лопнула шпакля. Также шпакля на задней двери. Здесь вокруг ручек тоже или желтая пленка, или желтый цвет. Спереди электрические стеклоподъемники, сзади весла. Краска уже облазит, герметик у нас вздулся. Водительское сиденье в плачевном состоянии, все пораженное. По акту проверки имеем такие данные. Двигатель G4FA. Давайте сразу же заглянем под капот. Капот открывается таким способом. Послушаем на работу двигателя. Двигатель работает ровненько, обороты у нас не плавают. Клапанная крышка вся запотевшая. Масло сочится, сзади особенно сильно. В остальном вопросов никаких нету. Кронштейн правый и левый на фарах целые. Решетка стеклоочистителей у нас тоже целенькая, за исключением самой резинки уплотнителя. Задняя левая дверца, по низу вмятина. Здесь у нас тоже вмятинка. Накидали шпакли. Сзади у нас механические стеклоподъемники, ограничители у нас не держат. Стеклоподъемник работает исправно. Крыло заднее левое. Видим, что были протертости, тоже множество раз крашеная. Здесь присутствует у нас шпакля, и здесь тоже вмятинка такая неприятная. По заднему бамперу с левой стороны разбит, с правой стороны тоже. В продаже его, скорее всего, не будет. Крышка багажника сверху ровненькая. Никаких вмятинок, дефектов на крышке багажника у нас не видно. Заднее правое крыло. Имеются рыжики, сколы. Здесь тоже с баллончика, похоже, красили. Здесь тоже у нас присутствует шпаклевка. На двери вмятинки, различные скольчики. Все будет продаваться у нас с очень хорошей скидочкой. Поэтому следите. Стеклоподъемник, механизм тоже работает исправно. Передняя правая дверь тоже видим множество разных вмятинок. Зеркала у нас механические. По низу все хорошо. Кнопка стеклоподъемника работает. Работает исправно. Пассажирское сиденье достаточно в неплохом состоянии. Безопасность у нас на месте. Переднее правое крыло. Видим, что оно у нас вообще порвано. Следы ремонта. Порог у нас тоже когда-то был желтым. Возможно, она была вся желтой. Посмотрим, что у нас по салону. Сигнал звуковой у нас не работает. Мультимедиа работает. Магнитола нештатная. Отопитель у нас на максимум. Никакой вибрации, никакого постороннего звука с моторчика нет. Направление обдува меняется. Кондиционер у нас не работает. Обогревы сидений работают. На панели приборов все отображается. Габариты ближний, дальний. Все работает. Зеркала, как я уже сказал, механическая. Точнее, левая механическая, с правой стороны не механическая. Кнопки стеклоподъемника не работают. Пассажирская кнопка запитана на водительскую у нас дверцу. Откроем сразу же багажник салона. Кнопка стояночного тормоза отсутствует. Сам стояночный тормоз у нас тоже пустой. Он у нас нерабочий. Бардачок открывается. Плафон салона у нас светит. Зеркальный элемент целый. С
пассажирской стороны тоже зеркальный элемент целый. На сиденье уже чувствуется каркас, поэтому их в продаже не будет. Сзади тоже работает. Потолок у нас под химчистку. Покажу еще раз, как выглядит задний ряд сидений. Заглянем в багажник. Посмотрим, в каком состоянии багажное отделение. Крышка багажника без коррозии. Целенькая, сам багажник. Тоже обшивок, скорее всего, у нас в продаже не будет. Задняя панель в таком состоянии. Я вам хочу напомнить о том, что мы покупаем любые автомобили и в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу. Контакты на выкуп будут находиться в описании. Сейчас с вами поедем, прокатимся на автомобиле, проверим его техническую часть, как чувствует себя двигатель, коробка, как переключает, и послушаем подвеску. Сейчас прогазуем. Присутствует запах горелого масла, но у нас дыма нету сизого. Поедем, прокатимся. При выжиме сцепления посторонних звуков нет. На месте у нас все передачи включаются четко. Вторая. По подвеске спереди слышны посторонние звуки. Подвеска спереди подбрякивает. При вывернутом руле у нас шуруза хрустят. Третья. Тормоза у нас присутствуют. Отклик на руль хороший. Четвертая. АБС у нас срабатывает. Работает исправно. Посмотрим, как назад едет руль. Крутится достаточно легко. Включаем заднюю передачу. На видео наверное будет слышно, как у нас шрус хрустит. Назад тоже едет отлично. Тяга хорошая от двигателя. Отклик на педаль газа у нас тоже хороший. Ускоримся. Третья. Четвертая. Двигатель тянет у нас хорошо. Сейчас будут кадры замера компрессии. Замер компрессии Hyundai Solaris 2015 год. Двигатель 1.4. Первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.